Быться в работе, держаться за дело, быть в круговороте, бежать оголтело. Черт, ужасно задело, как ужасно задело, это ужасно задело. Что? Смотрите, я взрослая. Я взрослая. Я недавно посралась в Инстаграме с передачей «Играй гармонь». Да. Значит, рассказываю, как получилось. Я проснулась рано утром в субботу. Я давно так рано не просыпалась. Включила телевизор, там идет «Играй гармонь». Я сняла видео, типа, ух ты, «Играй гармонь», она все еще существует. Выложила в Инстаграм. И мне как наприлетало. Там комментариев 10-12 от господина Заволокина. А кто не знает? А никто, блядь, не знает. Это ведущий передачи «Играй гармонь», прикиньте. Ну, у меня там, конечно, и друзья комментариев поднакидали из серии «Ни хрена себе, как рано проснулся, аж в 98-м». Он всем ответил, он каждому ответил, а я молчу, ничего не отвечаю, потому что, ну, для меня это был ностальгический пост. Типа, вот, «Играй гармонь», я ее смотрела в детстве, увидела снова. Но ему показалось этого мало, поэтому последний комментарий был с официального аккаунта передачи «Играй гармонь» в Инстаграме. «Играй гармонь» офишал. Сука, офишал, как будто есть клоны, блин. Это где-то сидит чувак и такой, сделаю фейковый аккаунт передачи «Играй гармонь», перетрахаю Пол Иванова. Но самый прикол, я подумала, для меня что, «Играй гармонь» подписано? Это что, после 35 автоматически происходит? Вот на тебя «Играй гармонь» подписывается, ты начинаешь носить сапоги, которые на играх не застегиваются. Я взрослая. Мне недавно исполнилось 39 лет. Спасибо. Спасибо, да. И я жива. Волосы пока в бордовые не покрасила, да, держусь. Ну, я всегда удивляюсь, я очень честно всегда говорю, сколько мне лет, никогда не скрываю, но люди каждый раз как-то поражаются. Я недавно познакомилась с чуваком, мне еще было 38, он мне говорит, сколько тебе лет? Я говорю, 38. Он говорит, офигеть, никогда бы не подумал, ты такая веселая. А вы что думаете, что женщины после 30 не веселятся, да? Никаких шуток в этом лифчике с широкими лямками. Вот, у нас такой стереотип в стране про женщин, да, что если тебе 30 исполняется, то все, ты бабка. В 40 женщина вообще должна идти умирать в лес. Да? В лес, потому что по дороге ягоды. Да? Я не считаю себя старой, я считаю себя взрослой. И мне нравится быть взрослой. Ну, правда, я недавно поняла, что я не хочу обратно в свои 20 лет. Потому что я такая тупая была. Ну, правда. Я в 20 лет мечтала стать VJ-ом MTV. Сука, объявлять клипы. И думала, что оргазм — это каждый раз. Это не каждый год. Но... Правда, мы в 20 лет, девочки, очень сильно наивны. Я недавно слышала разговор двух 20-летних девочек. Они, естественно, разговаривали про парня. Одна второй рассказывала, как она сходила на свидание, мол, вот что-то мы в ресторан сходили, погуляли. А потом мы любили друг друга всю ночь. Я думаю, ну нет, блядь, ну... Ну какой всю ночь? Вы что, вампиры из «Сумерек»? Ну, вот кто смотрел «Сумерки», поаплодируйте. Я недавно случайно смотрела телевизор, натолкнулась на «Сумерки», и там была сцена, где Белла только что стала вампиром, и они вот с Эдвардом обсуждают, у них сейчас должен быть секс. Она говорит, как это будет? Он говорит, не знаю, но вот когда Розали со своим парнем первый раз это делали, это длилось 10 дней подряд. Я думаю, 10 дней подряд, и вы это показываете 13-летним девочкам. Они же посмотрят фильм и подумают, так и будет. Я вырасту, выйду замуж за Данилу, да? Потому что сейчас все, блядь, Данилы. И у нас будет секс 10 дней подряд. Нет, не будет. Ну, мужчина 10 дней подряд не может даже помыться. Ты что, а зачем так часто? Ну, я сегодня купался. Все, что мужчина может 10 дней подряд, это проебать. Вот это... великолепным образом.
Видели этих мужиков, которые, ух, ёпта, что уже февраль? Да. Они обычно на балконе курят в пуховике и в шортах. Он выходил курить в лето. Мужчины очень ленивые, правда. Я недавно узнала, что 2% населения России не выговаривает букву «Р». И из них 70% — это мужчины и всего 30% — женщины. А знаете почему? Потому что женщины понимают, что у них дефект речи, начинают его исправлять и исправляют. А мужчины такие: «Да ну нахил это «Л». Я Сережа, я лепил». Я взрослая. Я недавно ходила в ЦУМ, да, потому что остальные музеи были закрыты. Ну, я правда, я охренела от цен. Для меня это пока музей. Ну, потому что, ну, я увидела там сумку за 2 миллиона рублей. Ну, это что за сумка, на которую надо делать ОСАГО? Ну, я просто объясню. Самая моя дорогая покупка в жизни — это моя собака. А она стоит 300 тысяч. Я знаю, это дорого, но он лет на 15. Я надеюсь. Кстати, он тоже кожаный, но... И он не просто так много стоит, потому что это порода, это маленькие собачки, она специально выведенная. Они остаются такими маленькими, потому что там специально скрестили мальтийскую болонку, да? И Илью Соболева. Ну как специально? Ему сказали, это все снимут и выложат в YouTube. Он такой: «Блядь, выезжаю». Нет, на самом деле, мальтипу — это мальтийская болонка, смесь с пуделем. И сейчас очень модно смешивать разные породы с пуделем. Сейчас есть такая порода, например, которая называется лабрадудель. Это реальная порода, это лабрадор, смесь с пуделем. Есть кокопу — это кокер-спаниель с пуделем. Есть йоркипу — это йоркширский терьер с пуделем. Ну, я к тому, что пуделя те еще шлюхи. Но они не из тех собак, которые мы сохраним свою породу чистой. Нет, они такие: «О, это что такое? Доберман, тащите сюда. Если дотянусь, сделаю его кудрявым». И у меня собаку зовут Толик. И я подумала, что это самый дорогой Толик в истории России, да? Даже Вассерман дешевле со всеми его, блядь, карманами. Но он правда потрясающий, он очень милый, он пушистый. Я когда выкладываю его в Инстаграм, мне люди постоянно пишут: «Какой милый, какая бусинка, он похож на игрушку». Но недавно по телевизору показали монолог, где я рассказываю, что он стоит 300 тысяч. И те же люди, которые писали, какой он милый, начали писать: «И вот эта херня стоит 300 тысяч, это сраная болонка». Ну, как у нас люди обожают засрать то, что не могут себе позволить, да? Ну, знаете, таких людей, которые: «Зачем Мерседес в России по нашим дорогам? То ли дело Рено Логан. Я в нем и езжу, и сплю, и сру, и ни одной жалобы на Uber от клиентов, да? Комфорт плюс». Обожают люди засрать то, что не могут себе позволить. Ну, вот сумка за 2 миллиона, ну, говно. Дело H&M, да? Я в нем и сплю, и выступаю. На самом деле, я не просто так пошла в ЦУМ. Я пошла в ЦУМ, чтобы сделать себе подарок. Потому что у меня произошло злаковое событие в жизни. Я закрыла ипотеку. Да. Вот на такую реакцию я рассчитывала. А знаете, что мне банк написал? Спасибо. Спасибо, что выбрали наш банк. И все. Вы чё, охренели? А где Ирочка? Молодец, что выжила. Поздравляем. Теперь ты можешь на Ламоде делать сортировку не по возрастанию цены, а наконец-то по новинкам. Пока этот бифри все промотаешь. Я почему так возмущаюсь? Я брала ипотеку на 20 лет. Я ее выплатила за 3 года. Спасибо, что вы... Спасибо. Спасибо, что выбрали наш банк. Но если бы я знала, что они так будут благодарить, я бы их не выбрала. Но я бы лучше взяла кредит в Санлайте. Да? Там один раз сережки купишь, и потом всю жизнь Дима Билан звонит. Заебывает. Ну, правда, они еще написали мне это в приложении, то есть даже не позвонили. Когда ты задерживаешь по ипотеке платеж хотя бы на один день, тебе люди со всех телефонов звонят, тебе даже люди из тюрьмы звонят. Ну, заморочитесь как-то, пусть поздравляют тоже люди из тюрьмы. Я не против, чтобы мне позвонил мужчина, сказал: «Ирина Валерьевна, вечер в хату, кстати, хата теперь полностью ваша».
Ну, я правда, я очень много работала. Я 3 года херачила как не в себя вообще. Я работала на 3 работах, я брала все подработки на свете. Сука, я выступала на корпоративе перед эскортницами. Реально, объясню. Спасибо. Была там. Объясню, для комика в целом выступать на корпоративе — это ад. Ну, вот здесь вы пришли послушать юмор. На корпоративе никому юмор не нужен, если под него нельзя танцевать, да? Но с другой стороны, если вы танцуете под монолог Руслана Белого, то вы, скорее всего, Руслан Белый, блядь. Стоите пьяненькие, срака, срака. Я так это вижу. И видела. Короче, как было? Нас заказали весь коллектив женского стендапа на корпоратив, какие-то олигархи. Я даже не знаю, что они праздновали. Что-то типа, ни хера себе у нас денег. Вот такое мероприятие. Реально, я вначале выхожу, говорю, типа, как всегда, добрый вечер, всем привет, смотрю в зал, там сидят седые мужики в костюмах, друг с другом разговаривают, им вообще плевать. А впереди сидит стол эскортниц, и они прям слушают. Но я захожу за кулисы, говорю, девки, если что, работайте на эскортнице, не слушают. И Сауле мне говорит, Ир, а может, это не эскортницы, может, это их дочери? Я говорю, нет, Сауле, то, что у них колени разбиты, это не от скейта, это... Но эскортницы молодцы, они реально слушали, смеялись, что-то аплодировали. Мне кажется, из уважения, типа, вы платные женщины, мы платные женщины. Но там смешно было, потому что я выхожу, рассказываю свои какие-то шуточки про секс, смотрю на них, говорю, было у вас такое? Вижу по глазам, а у них и не такое было. Не просто так они каждый раз вздрагивают, когда им подходит этот официант с огромной перечницей. Видели эти перечницы дилда? Каждый раз, когда в ресторане такой чувак подходит, я думаю, что он скажет, вам поперчить или сразу на него сядете? Я правда очень много работаю. Я недавно посчитала, у меня в WhatsApp 43 рабочих чата. И это, да, не такие чаты, знаете, типа ДРС, Света и бухгалтера, где ты 300 рублей скинул и вышел нахер из группы. Нет, это чаты, которые постоянно функционируют, где надо что-то всегда решать. Но я поняла, что благодаря этому я стала очень многозадачная. Я сейчас поняла, что я в любой момент жизни могу решить любую проблему. Короче, я недавно во время секса купила дверь. Значит, как получилось? А у меня шел ремонт, да, и параллельно шел секс, приятное совпадение. И мне звонит прораб, говорит, надо срочно деньги за дверь перевести. Дверь хорошая, их быстро раскупают. Я думаю, в целом, дверь хорошая, секс средний. Средний, знаете, когда вроде как все и здорово, но собака что-то задремала. А у кого есть собака? Поаплодируйте. Вы меня поймете. По собаке очень легко понять, хороший у тебя секс или нет. В плане, если она забилась в угол и дрожит, да, секс потрясающий, мужчина справляется. А если, мяч принесла? То, наверное, пусть он лучше с собакой поиграет, повеселее им будет. Короче, мне звонит прораб, говорит, надо деньги перевести. А меня Face ID сначала не узнал. Потому что я такая счастливая, еще в Сбербанк онлайн ни разу не заходила. Да, даже в день зарплаты. Но слава богу, человек тоже взрослый был, да? Потому что я в какой-то момент говорю, 5 сек, мне надо быстро дверь купить. Он говорит, а что за дверь? Вы когда-нибудь во время секса участвовал в словосочетании «дубовый массив»? Но я подумала, это все равно прикольно. Говорят же, что вещи в квартире, да, должны вызывать какие-то эмоции. Они все должны быть с какой-то историей. Каждый раз, когда я буду открывать эту дверь, я буду думать, вот дверь, вот шлюха. Не просто так ты входная. Я часто рассказываю какие-то шутки про своих родственников, и меня начали спрашивать, типа, они не обижаются? Нет, не обижаются. Если говорить, что эта история произошла не с ними, а с одной твоей знакомой. Значит, недавно у одной моей знакомой, которую тоже родила моя мать,
Начался кризис среднего возраста. Как я это поняла? Я звоню, говорю, ты что такая грустная? Она говорит, да я экзамен по травничеству не сдала. 3 баллов не хватило. Я говорю, почему? По какому нахер травничеству? Ну, просто чтобы вы понимали, мы всей семьей думали, что она юрист. А она, оказывается, все это время училась на волшебницу. Еще и, сука, плохо училась, ну, не сдала. Что тебя там, завалили на полыни, блядь, ну... Ну, у нее еще зарплата 24 тысячи рублей. Как ты могла не сдать травничество? Ты должна очень сильно разбираться в бесплатных растениях, нет? Но это точно кризис среднего возраста, потому что у нас у женщин он вот так проявляется. Да, девочки, мы начинаем заниматься какой-то фигней, да? Типа травничество, лепка из глины, мыловарение. Да, у всех же есть такая знакомая, которая начала заниматься каким-то говном, и теперь ты точно знаешь, что она тебе подарит на любой праздник. Сука, век жидкого мыла, она тебе дарит кусковое. Оно с прополисом. Ну, блядь, дари пчелам, я при чем? Ну, я, короче, я поняла, что я просрала свой кризис среднего возраста, потому что я из глины ничего не лепила, мыло не варила. Мне не было некогда, я работала. Я даже йогой не занималась, понимаете? Потому что для меня поза собака мордой вниз, это я в такси ночью еду с работы домой, блин. Но только не подумайте, я люблю свою работу, да, я много работаю, и я очень сильно стараюсь много работать, чтобы как можно позже настал тот момент, когда у тебя съемки только в Эльдорадо, да? Ну и хорошо, что не было кризиса среднего возраста, потому что в этом моменте всегда очень важно не переборщить. У меня есть подруга, которая всегда любила все вот это нетрадиционная медицина, йога. И вот сейчас получилось, что переборщила. Я клянусь, месяц назад случайно вообще звоню, говорю, как дела? Она говорит, все хорошо, иду, вот сделала пиявки во влагалище. Я говорю, что? Она говорит, а что? Это помогает женскому здоровью. А еще увеличивает эффект от секса. Правда, у меня секса 2 года не было. Я говорю, так может, у тебя его не было, потому что тебя там занято, блядь. Еще одна моя знакомая, которая родила нас с предыдущей знакомой. Короче, у меня мама недавно возобновила атаку «Ира, пора замуж». А мне мама это так резко делала, 12 лет молчала, ничего не говорила. А тут она мне звонит, я говорю, я сейчас не могу разговаривать, я на встрече с другом. Она мне пишет, а что за друг? Я говорю, просто друг. Она говорит, ну, Ир, ну когда ты нам какого-то мальчика привезешь познакомиться? Я пишу, говорю, ну хочешь, я этого привезу? Посылаю ей фотографию, она мне пишет, нет, этого не надо. Я на самом деле понимаю мамину логику, она же как думает. У меня много друзей мужчин, да, я с ними дружу. И когда-то дружба перерастет во что-то большее. А этого не произойдет, точно. Потому что все мои друзья мужчины — это комики. А все комики — это бабники. Да, к сожалению, все. Ну ладно, не все. Есть те, которые до своей популярности женились, сейчас очень грустно шутят про своих жен на ТНТ. Остальные все бабники. У меня есть друг, который просто гордится тем, что он каждый раз спит с новой женщиной. То есть они у него не повторяются. У него каждый раз новая женщина. Я говорю, а зачем ты это делаешь? Он придумал гениальный отмаз. Он говорит, я тренируюсь, чтобы радовать свою будущую жену. Чуваку 35 лет. Вам не кажется, что тренировка затянулась? Ну, ты во сколько собрался радовать? В 67? Чем? Рассказами? Типа, эх, лет 30 назад я, конечно, долго мог. Да? Вот как сейчас писаю. Тоже с криками 6 раз за ночь. Просто, а что за критерий вообще? Кто-то выбирает мужа так, чтобы был натренированный? Типа, хочу, чтобы у меня муж был ебака. Ебака — смешное слово, да? Я подумала, что когда его говоришь, нет же ощущения, что это кто-то жесткий. Ты думаешь, ебака! Сейчас зелебовые придут, выучим буквы. Ты вообще считаешь, что дружба и секс не должны идти вместе? Ну, не нужно это совмещать. Я считаю, что, ну, друга не должно приставать на товарища, да?
Потому что у меня есть одна знакомая, которая говорит, нет, мы с моим парнем лучшие друзья. И я все-все ему рассказываю. Я думаю, ну нет, блин, ну. Что-то когда у тебя диарея была, ты своему Игорьку не писала. Ты писала это в наш чат с подругами в WhatsApp, блин. Мы до сих пор не можем забыть это голосовое, блин. Девки, мне разрывает жопу, ну. А потом слышно, как разрывает. Ну, да, женский чат с подругами — это жесткое место. Девочки, у кого есть чат с подругами? Да? Просто мужчины, они все время думают, что, ну, у нас там в чате мы обсуждаем что-то типа маникюр, педикюр, рецепты драников, да? Ну, у нас с подругами последний раз слово «драники» было... Когда Т9 неправильно исправил. Мне подруга написала, он меня вчера всю ночь драники. Аж ходить не могу. Вернемся к бабникам, да, хотя бы мы к ним. Короче, я понимаю, почему все комики становятся бабниками. Это даже не их выбор, это делают женщины сами. Смотрите, когда комик становится хоть чуть-чуть популярным, ему сразу начинают в личку писать женщины. Причем с такими предложениями. Мне парни показывали, ну там уже вместо «привет» голые сиськи. Я клянусь, мне недавно друг показал видео, которое прислала женщина. Объясню, почему мне. Значит, там на видео женщина мастурбирует, а на заднем фоне по телевизору выступаю я. Я думаю, сука, то есть веселю ее я, а трахать ее гурам. Ну. Но я это не к тому, что, мол, гурам, а мне что-нибудь тоже, там, кусочек Тамары, нет. Мне своих извращенцев хватает. Нам тоже девочкам пишут в личку. Но это прямо извращуги, я клянусь. Я недавно проснулась утром, у меня в личке 3 дикпика. От незнакомых, я не знаю почему. Ну, то есть, может, потому что, типа, вот вы, Ирина, еще не проснулись, а мы, смотрите, все встали. Ну, расскажу, что за дикпики, я одна с этим жить не собираюсь. Значит, хорошо, что мы не друзья, я друзьям прям фотки посылала. Значит, первый классический дикпик из ванной, где мужчина вот так зеркало лук, сам себя в зеркало фотографирует. Там лица не видно, но видно, что спущены штаны, да, и что машинка сзади достиралась. Думаешь, иди, блядь, развесь белье на свою веревочку. Второй дикпик. Это от первого лица, где он вот так лежит на диване и пытается выбрать ракурс. Так, чтобы он казался как можно больше. Типа, смотри, какой у меня огромный, аж до люстры. Типа, я что фотки посылаю, сам приехать не могу, у меня член в квартире несущий. А третий дикпик мне прислала женщина. Она сфотографировала член своего мужа на ладошке. Типа, вот наш воробушек. Блин, со стороны это выглядело, как будто попрошайку неправильно поняли. Извращенцев хватает, но в последнее время моя любимая рубрика в Директе — это пьяные голосовые. Люди нам записывают такое. Я одно вам покажу, потому что это стоит услышать. Значит, смотрите, я попросила запикать мат, потому что там даже для меня немножко перебор. Флирт со мной в Инстаграме. Алло, Ирина, мягкого. Будем сейчас жестко в рот тебе. Иришка, дыришка. Че, мягко там сидишь? А мы жестко будем. Приехал. Из плюсов — человечек при машине, да? Из минусов — все остальное. Ну, я подумала, это вообще первое голосовое, которое начинается с фразы «прости, что голосовое», да? Потому что там текст там реально дольше. Там вот эти запятые ставить, опять же, «ришка», «дыришка», через дефис пишется, нет. Надо уточнять. Но самый прикол, что это вот я срезала вам кусочек. Таких голосовых было 2 по 1.5 минуты. А на следующий день он мне прислал одно сообщение, где текстом было написано одно слово. Ошибся.
Так что маме никого я пока привести не могу. Но из плюсов у меня мама хотя бы не требует внуков. Потому что, во-первых, у нее уже есть внучка, это моя племянница. И она очень сильно похожа на меня. Она не похожа на сестру, она похожа на меня внешним характером. Видимо, поэтому от меня ничего и не требует. Но мне все нравится, да? Потому что у меня есть точная копия меня, но кисарили другую женщину, да? В целом, нас с Киркоровым эта схема полностью устраивает. Но и если не обманываю, мол, это вот и есть моя дочь. Нет, она мне не дочь, она моя племянница. Потому что я ей не мать, я ей точно тетя. Потому что, смотрите, я очень сильно люблю свою племянницу, очень сильно. Но вот чуть-чуть мне на нее посрать. Не осуждайте, меня отцы поймут. Да? А что, не рожала? Ну, мне сестра еще постоянно задалбливает присылать видео с Сашей, где она что-то делает. Типа, смотри, Саша едет с горки. Ну, я не смотрю, естественно. Я просто вижу 45 секунд видео, жду 45 секунд, пишу, круто. Ну, потому что она там просто едет с горки. Она не едет с горки в лаву вулкана, да? Или там она едет с горки, которую сама и насрала. А сестра, она постоянно меня задалбливает этим видео. А я, ну правда, очень много работаю. У меня иногда такие запары бывают. Вот пока Саша была маленькая, мне в какой-то момент сестра в очередное видео присылает и пишет, типа, Ира, смотри, мы пошли. Я думаю, ну, блядь, идите. Я при чем? И я честно сестре рассказала все эти шутки, чтобы она не обижалась, не дай бог. Она меня послушала и сказала, а я, честно говоря, тоже не смотрю видео с твоей собакой. Я думаю, а вот это зря. У меня там реально есть видео, где он едет с горки, которую сам и насрал. У меня контент поинтересней. Я взрослая. Я осознала недавно, что мне остался год до 40 лет. И я решила сделать в Инстаграме опрос, что должна успеть женщина до 40 лет. И самый популярный ответ был, ты никому ничего не должна, ты же женщина, ты богиня, ты венец творения. Ну, пьющие ответили. А второй по популярности ответ был полюбить себя. Я думаю, ну вот это кайф, вот это правда, пора, ну надо все смириться, лучше не будет, все, это мой максимум. А я просто, ну, никогда сама себя не любила, потому что никогда не была красивой, адекватно. Ну, то есть, знаете, есть же суперкрасивая женщина, которая все делает красиво. Вот она сидит красиво, она бежит красиво, сука, как ты это делаешь? Она плачет красиво, знаете, когда вот слеза течет по щеке. Ну, я реву так, у меня сразу сопли. Сопли, глаза красные, блин, опухаю, знаете, как будто аллергик еще и тонул. Но я подумала, что правда, пора полюбить себя. И первый совет был, типа, мол, нужно пойти провести день для себя, пойдите там в спа-салон. Я думаю, ну, пойду. Ну, короче, это невозможно. Ты оттуда выходишь, еще больше себя ненавидишь. То есть, смотрите, у меня проблемы со спиной, я пошла к мануальчику. Он мне что-то делал, говорит, ну что, у вас перекос таза. Ну, как вам объяснить? Вы кривой дом. Я говорю, а вы говна кусок, что... Что началось? Как вам объяснить? Ну, как-то без оскорблений, попробуй. Просто если нужно себя загнобить, я сама прекрасно справляюсь, блин. У меня есть дома зеркало и раздельный купальник. Этот купальник, который никогда не видел море. Стационарный. Ну, брат, ну просто перекос таза, что? Ну, я проститутка из GTA, или, ну... Как-то конкретней. А потом я пошла к косметологу, он мне делал какое-то обертывание. И что-то делает, и говорит, так, а верхний живот будем убирать? Сука! Верхний! Бля, я только смирилась, что у меня есть нижний. Ну что за верхний? Это грудь вообще, ну... Я говорю, зачем вообще вы мне это сказали? Она говорит, ну так, для информации, может, где пригодится. Где мне это пригодится? Что, мужчина во время секса скажет, можно я на тебя кончу? Я такая, кстати, есть два варианта. Верхний, нижний, как в купе, блядь. Я ненавижу всю эту бьюти-сферу, но они же на нас зарабатывают. Они же постоянно придумывают какие-то новые процедуры, которые ты должна делать, да? Что там, ламинирование волос, ламинирование ресниц. Сука, у меня пока только снил с ламинированной, но...
Они постоянно что-то придумывают. Это все из-за них, я клянусь. Вы знали, что слово «целлюлит» не существовало до 1973 года? Ну, то есть его придумал косметолог, женский журнал все это поддержал. До этого женщины ходили и просто такие: «Да что-то жопа в ямку. Надо меньше на гальке сидеть». Ну, они постоянно что-то везде рекламируют. Ты куда не зайдешь, везде реклама каких-то новых процедур. Вот я недавно зашла в «Контакт», да, потому что мне надо было списаться с прадедом. И, короче, первое, что вылезло — реклама наращивания ресниц. И там формулировка была, значит, клянусь, написано: «Хотите такой же роскошный взгляд, как у олененка?» Я думаю, олененок в курсе, что у него роскошный взгляд? Ну, прикиньте, что сейчас стоит где-то в лесу олень, ест мох с дерева и такой: «И ебать, я лакшери». Ну, теперь к основному. Я много шучу про секс. И люди почему-то думают, что я только об этом и думаю. Ну, смотрите, давайте я объясню первый и последний раз. Если женщина на сцене шутит про секс, это еще не значит, что она шлюха. А даже если шлюха, ну смешная же. Ну, согласитесь, хуже, когда шлюха еще и не смешная. Когда очень серьезная. Говорит: «Виталий, доставайте пенис. Будем совокупляться». Ну, важно, важно поржать. Важно поржать даже во время секса. Ну что, никто ни разу в доги-стайл не думал полаять? Ну, попробуйте. Просто у нас в стране, к сожалению, женщинам нельзя откровенно говорить о сексе, да, потому что нас так воспитали. Как же так? Ты же девочка, тебе такое нельзя. Нам даже в детстве говорили, что, мол, девочка-мальчик, они должны видеть друг друга голыми. Я думала, как мы должны были это сделать, при условии, что в детском саду у нас в детстве и в школе все туалеты были без дверей, да? Помните эти туалеты open space? Просто помещение с перегородками. Поэтому такие классы дружные были. Мы писали, глядя в глаза старости. Ну, у нас же в детстве, правда, было, отсутствовало сексуальное воспитание вообще. Ну, я, например, я лет до 18 вообще не знала, как выглядит мужской половой орган. Ну, я не знала. Ну, у меня дети, там, мои ровесники, они, мальчики, подрисовывали что-то в учебниках истории, члены полководцам. Я не понимала, что это. Я понимала, что это что-то плохое, да? То, что Александр Македонский есть не собирался. Но это все мои познания. Я вам больше скажу, мужчины до сих пор много чего не знают. Вот, мужчина, здравствуйте. Вы знаете, что такое вульва? Что? Там обычно на этом все и заканчивается. Просто, ну, понимаете, я много мужчин спрашивала. Там обычно всегда: «Вульва, вульва, это вот, вот прозрачные шторы». А, нет, это тюль, тогда не знаю. Ну, я больше скажу, даже мы, женщины, друг с другом вообще никогда не обсуждаем свои половые органы. Мужчины членами меряются, дерутся, у них, сука, интертеймент. Но я ни разу не видела, чтобы две женщины стояли, одна второй говорила: «У тебя какая?» «У меня как роза». «А у меня как будто мопс недоволен». Но я считаю, что нужно об этом разговаривать, потому что, смотрите, в чем проблема. Значит, откровенно женщинам ни о чем говорить нельзя, но с каждым годом от тебя в сексе требуют все больше и больше. Вспомни, сначала были позы, появились такие, сякие, да? Потом появился что-то, оргазм такой, сякой, это сквирт этот сраный. Мне кажется, скоро от женщин, ну, начнут требовать какой-то множественный сквирт. Знаете, когда из женщины, из всех отверстий фигачит, когда она колу взболтала и попила. Ну, сквирт, это чё вообще такое? Ну, я клянусь, я ни разу вживую не видел. Только по телевизору. Ну, по ноутбуку, ладно. Ну, правда, вдруг его не существует? Может, эти порно-актрисы, они все, ну, там, не знаю, фокусницы? Или это спецэффект какой-то наложенный? Ну, правда, вот поаплодируйте, кто умеет сквиртовать? Ну, блядь, показывай. Но... А как? А как проверишь? Ну, у меня подруга тоже говорит: «Я умею». Ну, а как мы проверим все? Посылать ее на секс с ведром? А потом, как в «Зове джунглей», взвешивать. Ну, серьезно, я просто, я не умею.
Я, мне кажется, вообще, если бы у меня когда-то такое началось, я бы испугалась. Я бы испугалась, побежала к маме. Типа, мама, мама, я сломала писю. Ну, я пробовала, я старалась, я делала все. Я ела много арбуза до. Я... Ничего, просто был секс с перерывом на пописать. Потом он пописал, вернулся. И мы продолжили. Ну, правда. Ну, просто от нас очень много требуют. Я считаю, что нужно об этом разговаривать. У нас в России я вообще уважаю женщин, которые не стесняются говорить о сексе. И у меня есть подруга, которая мой кумир. Она очень любит секс, совершенно свободно говорит на любые темы. А объясню, что за человечек. Значит, мы с ней как-то поехали отдыхать в Турцию. Лежали у бассейна, и она в какой-то момент говорит, а давай играть в игру «Дала б не дала». Это как вдул бы, не вдул, только для женщин. Короче, она показывала на мужика, я говорила, дала бы. Я говорю, нет. Она, дала бы. Я говорю, нет. Ну, короче, я жестко проигрываю. Она говорит, ну вот. Я говорю, он урод. Она говорит, смотри, если ему башку отрубить? Дала бы. Я говорю, нет. Она говорит, а я б дала. Ну, и она человек слова. Но там произошла другая ситуация. Значит, она всю жизнь гордилась тем, что ей попадаются мужчины с большими членами. Но тут фортуна была не на ее стороне. Значит, она утром возвращается в номер и говорит, «Малышка, это провал!» Я говорю, «Что произошло?» Она говорит, «Ну смотри, я поняла, что начался секс только вот по этому звуку». Она говорит, «Ну я девочка воспитанная». Не стала мужчине портить отпуск. Поэтому после каждого звука она говорила «А». 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 В какой-то момент она говорит «А». Он говорит «Не, не сейчас». Все, у меня на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока. Черт, ужасно задел. Как ужасно задел. Вот, срём 5000-ными. Всё, спасибо большое. Ужасно задел. Круговороте. Бежать огонь тела. Черт, ужасно задел. Как ужасно задел. Это ужасно задело.